shoot it. Теперь это залазим. А как? Mountain climbing, once it got into your system, has a quality to stay forever. Only just have we returned from the mountain climbing, which wasn't quite so simple. It still seems a problem to walk on the even surface, and you still remember how you thought while climbing that you would never do it again. But as soon as the unhappy idea comes to your mind, something starts stirring in your system. It doesn't stir in your mind, because you still remember everything that happened during the ascent, how difficult it was to breathe, how the hand seemed to be gripping the hammer axe and couldn't hold the spoon, and the crust on the lips was so thick, whether the tea was hot or cold, and how the water, obtained by melting ice, seemed to disappear somewhere, and you never could drink enough. All that still lingers in your mind, while restlessness stirs somewhere else, much lower. And right at this moment, your telephone rings. I say, Serёжа, people here are going climbing. What do you think? And what can one think? It's not the time for thinking. It's the time for preparations. Все нижние веревки, вот это вот дерьмо, на фиксировок. Верхняя веревка была полностью перебита. Ее заменили. И я ее вытащил, смаркировал. Она висит на пункте белого цвета. И для рит фиксировочная. Вот. Что? Как здоровье? Ну, здоровье в порядке. Спасибо за зарядки. Слава Богу. Как у вас-то? Нормально все. Голова целая, блин. Ну. В одном у меня мама не высовывается. Да. Фу, как будто шерстяные доски жарятся. Смотри, а этот жрет еще. Ну, кстати, горечь прошла. Маленький кусочек-то лучше же. Да. Вкуснее, блин. Ты его вдоль. Не, горечь не прошла. Запаха-то нету. Не, запах-то однозначно убивается. Шин закосит наши ряды. Ты чё, Коля? Хорошо, полный рот слюны, всё пофиг. Аж пар пошёл. База, база, ты горе. Thank you.
Адзю! Картошка кури! Eat together. After eat together. Это вообще, конечно. Для жен бальзам на сердце будет вообще. Но... просто. Ну, правда, она сейчас не стирает нифига себе. Машинка автомат. Я все забыл, оказывается. Ну, скажи, а, классно, молодец, отлично. Ну все. Все, Саня, что ты? Разговоров больше. Да привычки нет палку брать в рот. Привыкай, Саня. Я тебе могу дать тренировочно. Без ватки. Кстати, Коля-то где? Коля спит, наверное. Он обещал компотику. Конечно, мама, как обещал, в конце июля, в начале августа. Ну, что еще? Ну, нормально, идет процесс. Но еще примерно около месяца мы будем, наверное, продолжать еще экспедицию, да. 7000, база на приеме, база на приеме. Леша Болонов, ответь прием. Крест видно, нет? Солнце светится прямо пробежал. Она прям вот шары просто светит. Ну, парни, как нас наградило сегодня, а? Макалу, уход за и лес. Так вот. А вот что классно. Серега, смотри. Вон гребень снежный, прям вот такой. Он, короче, вот ветра вот как задували. И вот дырки вот прям вот такие вот. Внутри вот прям по гребню идут. Вот сейчас солнце прям освещает. Вот, смотри, какие дыры, блин. Я смотрел на него. Весь вытаи. Слушай, там такой гребень, Леха, с такими грибами. Вытаянный, ну. Пинцет вообще, слушай. Сколько у тебя показывает высота-то? 250, наверное. Не могу найти. Вот смотри, вот иди сюда, я тебе объясню. Вот где я их ищу, может, я неправильно ищу их? Выше ушел. For 30 years, 20 expeditions tried to win over the northern face of peak Jannu. The most difficult, both technically and climatically, the Himalayan top wasn't going to give in.
The competition with such a strong and self-assured opponent required a lot of health and stamina. The most experienced mountaineers who managed to climb Everest admitted sincerely that the outcome of the crazy enterprise was unpredictable. No one was known to have passed this route. Здесь вам не равнина. Здесь климат иной. Полнолуние. Если мы пробьемся до середины 5 мая, Дню Победы вполне реально, да. Очень реально Дню Победы. Зайти на самую макушку этой великой горы. Months of life on the height of 7,000 meters between the sky and the land. Tried the endurance of the group. Honest work at the limit of human capabilities brought about unfortunate results. One after another, the most experienced members of the group failed and dropped off. Только начал, только вышелся из ну, на веревку, на страховку вышел, но и получил. Только, ну так. Наверх не слышал, ни звука, ничего было. По каске, по краю врезало, по носу и очками просто это расхерачило. Our chances dwindled with the arrival of the season of monsoons. The weather got worse and worse. We expected snowfalls and frosts. On some days our speed was next to nothing. We passed one or two ropes. The rope railings, which we managed to hang during the day, at night got frozen into the ice, and we had to do the work again. Да, погода нас не радует. Знаешь, как я залазил? Не люблю эти седли на жубе. Достал уже. 7000, 7000, база на приеме, база на приеме. Леша Полонов, ответь прием.
неужели дошел? Такое ощущение, что как будто в шахматы играл всю жизнь. Слушай, еще бы пару веревок, наверное, точно бы умер, блин. When there remained several hundred meters to the top, we lost 5 out of the 10 climbers. At the point of 7500 meters, the strain told on Misha Pershin's eyes. The retina began to exfoliate. A stone broke through Sergei Borisov's helmet and crushed a bone in his head. Lyosha Bolotov slipped on the rock and broke one rib. Ложится она, так до вершины и будет дыбом стоять. Вы оттуда ушли в камин. Да. Вот вы в этом месте ушли, да? Да. И оттуда они должны проработать еще вчера около веревки, на 30 метров. Да. Они еще, видишь, они непонятно сколько могут работать. Если они почувствуют запах вершины, они могут не спуститься на 7. Они могут работать 4 дня, могут работать 5 дней. Потому что это у них шанс. Борисов сказал вообще так, если, говорит, я не пойму, что они не залазят, да? Вот мы там чуть-чуть остается, там, и сил у них нету. Они говорят, мы вниз не пойдем. We'll be right back.
Great grief hardens characters. The ascent of the northern face of Peak Jannu by the Russian team became one of the greatest achievements in the world of alpinism as well as in the world at large. Having ascended the mountain at the height of 77 and 10 meters, our guys proved that men can do everything, even the impossible. Вот она, красавица. Теперь нас отпустят домой. Обалдеть. Whose ascent of the mountain is not made by chance, likes life no less than others. That's why he returns home to wait for the wind, which will bring to him the smell of another top. Stay for a while, if to stay.